Лучшие произведения из репертуара русских, татарских и зарубежных композиторов накануне вечером звучали в концертном зале филармонии. На казанских подмостках выступили мастера вокального искусства из Татарстана и Башкортостана. Концерт прошел в рамках международного фестиваля «Филармониада», что проходит в столице Татарстана уже пятый раз. Исполнением артистов насладилась и Карина Насрудинова. Мелодии зарубежных, русских и татарских композиторов наполнили зал филармонии. На сцене известнейшие вокалисты из Татарстана и Башкортостана. Гости концерта насладились звучанием классики. Артисты исполнили произведения Пуччини, Верди, Алябьева, Яхина и других авторов. Своим лирико-колоратурным сопрано Алина Латыпова радует башкирских зрителей уже более 15 лет. Колоратурным голос называется потому, что легко передает разные вокальные украшения – колоратуры. Тонкий орнамент мелодии ассоциируется со сказочными образами, поэтому на родине певица исполняет партии «Снегурочки» и «Царицы ночи». Ее тембр знаком и казанскому зрителю. Нередко вокалистка выступает и на татарстанских подмостках. С большим удовольствием приезжаю. Казань очень нравится. Очень красивый, очень дружелюбный город. Георгий Ибушев, Альфия Галимова, Руслан Сайфуддинов – вот лишь некоторые имена исполнителей, что радовали гостей филармонического концерта. Голоса вокалистов звучали под инструментальное сопровождение оркестра с патриотичным названием «Татарика». Казанские меломаны от такого тандема были в восторге. Эмоции выражали аплодисментами. Я лично иностранная студентка, как бы, в Казани. И мне очень интересно посещать такие концерты, потому что это можно познать культуру Татарстана и Башкирии к тому. Наш город, наши зрители очень любят концерты, эстрадных исполнителей. И не только своих, но и артистов Башкирии. И мы с удовольствием здесь находимся. Филармониада продолжается. В среду казанскую публику порадует выступлением Геннадий Хазанов. В столице Татарстана он представит моноспектакль «Я вспоминаю». Карина Насрудинова, Павел Прищепов, «Вести Татарстан».